А вот какое у вас самое значимое достижение для вас в жизни вашей? Боюсь, что нет таких достижений. Вот не могу вспомнить ничего такого выдающегося, да, что могло бы быть так вот классифицировано как выдающееся достижение. Ну, честно. Надеюсь, я не разочаровал тебя. Ну вот, а как мне понять, что передо мной сидит успешный человек? Ну, у меня пульс и давление в норме, ты можешь померить. У меня пульс 60, там, может, 62.